Редкое видео отдыха семейства амурских тигров получили ученые национального парка «Земля леопарда» в Приморье. В заповедном лесу мама-тигрица, вероятно, вернувшись с охоты, не нашла двух своих малышей на месте и начала громко их звать. Свидетелем воссоединения краснокнижной семьи стала установленная фотоловушка. Прибежавшие на зов тигрята подростки 6-8 месяцев. Пока малыши беспечно играют на возвышенности, мама-тигрица пристально изучает фотоловушку. Убедившись, что человеческая техника не представляет опасности, самка решает использовать ее в своих целях, как видеоняню. Она оставляет тигрят прямо напротив камеры и тихо уходит по своим тигриным делам.